Стоматологическая поликлиника номер 19. Стоматологическая поликлиника номер 19. Полное наименование. Полное наименование — Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы, стоматологическая поликлиника. Номер 19 Департамента здравоохранения города Москвы, краткое наименование, ГАУС, СП номер 19 ДЗМ, дата государственной регистрации, 10 октября 2002 года. Учредитель, Департамент здравоохранения города Москвы, фактический адрес. Фактический адрес 119021, Г. Москва, Алсуфьевский переулок, дом 1, СТР. 1 телефоны, телефоны 499-246-1159, регистратура ЛХО 499-255-2755, регистратура ортопедического отделения. Запись на платные услуги по телефонам регистратуры 8-499-246-1159, электронная почта. Электронная почта, режим работы. С понедельника до пятницы с 8 часов до 20 часов, СБ с 9 часов до 18 часов. Когда и зачем подростку нужен мамолог? Эксперт, врач-мамолог, рентгенолог, онколог, гинеколог, Марина Львовна Травина, врачи-маммологи все. Трещины сосков. И как от них избавиться? Диффузный фиброаденоматоз молочной железы молочницы у беременных. Почему она возникает и как ее вылечить? Эксперт, врач-акушер-гинеколог, член Ассоциации акушеров, гинекологов и анестезиологов. Крыма Лиля. Паллиативная помощь, что изменится в России для неизлечимо больных людей болезненной менструации. Олигодисменорея, насколько это серьезно? Маловодие при беременности. При маловодии, олигогидрамнионии, происходит уменьшение количества околоплодных вод во время беременности. Причем, возникнуть такое состояние может на любом сроке вынашивания малыша. Обычно будущая мама не. Головная боль при беременности. Головную боль при беременности испытывают многие женщины. Ниже мы расскажем о том, по каким причинам она может возникать и как от нее избавиться, не причинив. Второй скрининг. При беременности в современном мире информация о здоровье, пожалуй, занимает одно из первых мест среди сведений, которые интересует людей больше, чем все остальное. А информация о ведении, предвестники родов у повторнородящих, беременность, период, который продолжается от момента зачатия ребенка до его рождения. В среднем он длится около 40 недель или 10 акушерских месяцев. Согласно клиническим, как правильно дышать при схватках и родах, каждой будущей маме кажется, что ее беременность длится очень долго. Но на самом деле вы не успеете оглянуться, как незаметно пролетит время и наступит долгожданный. Мы используем Cookies, чтобы вам было удобно работать с сайтом X.